Привет. Это видео смонтировал с первого полета для того, чтобы можно было оценить, ну, хоть чуть-чуть качество и стабильность управления и полета, и вообще, ну, как бы первое представление о том, что как он летает, наш новый коптер. Было использован автостарт, ну, подъем, и в конце посадка. Ну, а так, смотрите. Да. Да ты кругами ходишь. А я тебя. А русские-то вот они. Помнишь, мы мечтали об этом, да? Чтобы было так. Делали что-то там, а вот гуляли. Висит, ничего ему не это самое. Я в шоке.
Класс. И ничего, да, глянь, на месте стоит. И тут нас видно, глянь. Нас и тут, и там показывают. Слушай, 66%. Я боюсь другие режимы. Здесь мало места для того, чтобы... Не, ну тебе хотя бы привыкнуть к обычному, без... А вниз уже дальше... А, не, идет. И там гироскоп еще стоит, да? А там и гироскоп, и... Давай лендинг попробуем. Офигеть.